Я не знаю. Для меня здесь не было, откуда я знаю. И фантазировать, конечно, мы не будем. Да, я не буду фантазировать. Жалко, да? Да. Жалко собачонка. Она здесь ручная у вас была, да? Да, она ее тут все кормит. Мы приехали в деревню, где проживала собачка с кутятной. Да, с деревней Мальцево, Мильцево. Вот. И, конечно, здесь у нас произошла трагедия, о которой мы узнали уже поздно. Собака лежала со вспоротым животом. На ней бегал кутенок, находился, который, по-моему, как сказали жители, и поедал ее. Вот. И вот в этой, вот здесь ее нашли. Мертвые женщины забрали кутенка, сейчас пока он на передержке. Остальных кутят разбежались, наверное, по лесу. А женщина одна грозилась убить, утопить уже взрослых кутят. Ну, такие у нас сейчас нравы людей, которые рассуждают по-другому. Чем так вот они будут скитаться, их лучше убить, утопить и в воду концы. Да. Куда катимся? Что хотим получить, когда идет такое отношение к животным? Потом перейдет это все на людей, на детей, на стариков. Насилуют, убивают. Вот вам и результат.